Это трэш. Я Диму сопровождаю. А куда дальше? Да. Я умру, прощайте, он за мной. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Растишка Мэн, Dark Dragon. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, здорово. Сегодня мы играем Roblox. Режим называется «Закулисье». Пацаны его посоветовали и надеюсь, вам понравится. Поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита. Ходить и бегать. А вот когда, Дима, слышишь звук такой страшный? Все, я за вами, пацаны. Ищем. О, кресло. Я могу всегда бегать быстро? Нет, у тебя время есть на спринт. Так, пацанчики, надеюсь, вам понравится эта серия, этот режим. Вы поставите прямо сейчас лайк и напишите какой-то классный комментарий и подпишитесь. Вот стрелка. Так, это вот что? Там челик стоит. Или нет? Сколько здесь таких комнат? 10 дед его вроде. Да, 10. Так, надеюсь, мы не встретимся. И 5 жизней, да? Да. Отлично, это, ребятушки, это отлично. Мы должны затащить. Помню, как без смертей почти прошел в конце этого умер. У тебя фотоаппарат... Есть, да, я вижу. А как мне его достать? На Z. Z? Да. И что, я могу его фоткать? Правда, я его вижу! Я его через камеру увидел! Кого? Офигеть! Этого монстра! Мы не Блин, я не ожидал, что через камеру можно смотреть на него. Это круто! Можно приближать через камеру? Да, приближать можно. Это колесико мышки. Вот нашел стрелку. Вот стрелка еще одна. Главное его не встретить. Да-да-да. Ушам больно. Если он... И сколько камера вот так держит? Бесконечно. О, бесконечно? Лучше убрать, да. Ну лучше не надо, если еще надо смотреть, не надо вовремя. Так, просто просматривать иногда, да? Так вдаль посмотрел, его нет. Он перемещается быстро? Да, они быстро бегают. А как этот монстр зовут его? Как он называется? Бактерии. Их бактериями здесь зовут. Бактерии? Да. Да, они странные. Почему? Очень стрёмная атмосфера в этой комнате. Кстати, мы записывали этот похожий режим в Грисмоде. А кто свистел? Это не мы, это уже они. Это они нам свистят, да? Да, они так поставить могут, что, например, ты идешь на звук свиста, и они тебя встречают. Понял, это прям, я хотел скажу, жестковато будет. Я устал, я устал. Подождите, пацаны, не спешите, я устал. О, это стрёмно. О, мы прошли. Как садиться? А, не надо садиться. Контрол там можно садиться. Это жесть. Так, фонарик. Фонарик. Слушайте звуки какие-то. Слушаем, слушаем. Блин, как же прикольно. Так, берем камеру. Следующий монстр. Он впереди стоит, осторожно. Я пошутил. Там никого нет. Я пошутил, блин, надо вы поведетесь. Не. Но он так не встретит, да, в таких вот комнатах, да, в узких коридорах? Его нету. Его тут пока что нет. Пока и что, все комнаты разные, да? Да. Да, разные, очень вот разные. Вот скажу сразу, где мы сейчас были на первой комнате, она рандомно генерируется всегда. Каждый раз заходишь, она генерируется а рандомно. Это не... тоже, походу, генерируется рандомно, если не ошибаюсь. Вроде тоже. Ну я понял, генерация так сделала, что будет прямо, да? Это как проходим в Хаги-Ваги, только здесь страшнее раза 10. Ага, камерой можно колесико мышки отдалять, приближать. Блин, я тебе скажу, как для Roblox очень крутой графончик, необычно. Надо такие вентили левой кнопкой мыши кликать и на букву D нажимать, чтобы крутить. Их надо все выкрутить и пойти к выходу. Сейчас ты выкрутил? Да. Да, я думаю, что у меня не получилось. Здесь можно все разбежаться, но только ты... Ой, беги, Дима, беги! Сзади, 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 бежим. Он долго будет за нами гнаться? Да. А он не отстанет. Господи. Это тупик, нам жопа. Ты еще не видел, как там здесь Кремак за тобой еще ходит один. А если я проиграю, я обосрусь, да? Да. От неожиданности можешь обосраться. Ой-ой-ой, Веном рядом. О, господи. Я проиграл, потому что у меня бег кончился. Ну все, первый раз есть. Вы сказали, что сложно? А я с этой же комнаты буду начинать или с самой первой? Да. Ух, слава богу, я уже думал, я заново буду. Блин, ну бег кончается, и как-то сложно от него убежать. Или я как-то неправильно себя повел. Надо не часто бегать. Ай, тоже убили. Я тебя жду здесь, вместе будем начинать. Объяснить? Ну так, вот такие рахиты мы.
Так, я так понимаю, что ты здесь тоже появишься, да? С этого же места, с одинакового начинаем. Да. А здесь они видимые, да, эти монстры? Вот здесь есть Кример и вот этот монстр. Так, я бегу с тобой. Переводчик очень страшный. Вы хотите переработать? Блин, работать не хочу я. Я нашел выход. Да, но нам нужно вентили скрутить. А если мы не скрутим их? То не откроется выход, и он нас будет жрать, пока мы не откроем. Блин, я так не хочу умирать еще раз. Мне страшновато на этой карте, очень страшно. Ребята, смотри, поиграйте в этот режим. Реально очень крутой. Как он дословно называется на английском? Арио что-то там, фобия. Аэрофобия, во. Как-то так. Очень популярный режим, прям очень круто сделанный. Надеюсь, может, вам вот вы смотрите. Делают. Нам нравится. Где он? Подождите, его ни разу еще не встретил. Вот вентиль. Да ладно. Не, он его не выкрутил. Я еще один вентиль, но я его не успел выкрутить. Нам нужно его где-то спавнить, по-моему. Ё-моё. Дима, этот выкручен. Они лампочкой светятся. А, такой. Понял. Я ж, видите, не знаю еще. Ну ничего. Сейчас все научимся. Ну, мы немного тоже играли. Так вода капает, да? Круто здесь сделано. Да. Это в Роблоксе все. О, привет. Фу, блин, я уже испугался. Давайте вместе проигрывать. Ой, и выживать. Проигрывать. Нам, наверное, везет, да, что мы его не встречаем? Да, пока что везет, но он может плавать, это минус. Мне не нравится, что не отображается худ моей скорости. О! Когда я устаю, усталости нету. Да, это пока что нет, не думаю, будет. Так, офигеть, надо... А! Чё? А тут ты не видел? Вот он спереди где-то ходит, бежит. Да, он в воде. Сюда, Дима, бежим. Блин, я буду с вами, пацаны. Нет. А это мы можем умереть, да, сейчас так опять вот? Да, если... Можно обмануть, можно обмануть. Ой. Ты умер? Да. Отлично. Ой, это плохо, это не отлично, это очень плохо. Он за нами? Да. Бегите. А, открылась комната. Быстрее, давай. А если он пройдет, то что будет? А он не успеет. Ну, там маленький и узкий проход. Он не сможет. Все, можешь заходи сюда, Дим. А я не успеваю, я еле бегу. Не зажимай так shift. Фу, все, мы в безопасности. Можно прыгать. Фух. Мы прошли, да? Плывем вниз. Ребята, нам еще осталось 8 уровней. Да, но это сейчас по частям будет уже в серии. Офигеть, как сложно. Это прикинь, еще на последней сложности мы еще не проходили. Да хотя бы просто пройти, хотя бы просто, даже на легком. Блин, съели опять. А там мы спускаемся. А ты на какой уже? На новой комнате или еще на старой появился? Мы сейчас в новой появляемся. И он тоже, да, с нами появится на новой? Да. Это хороший знак. Сейчас скажу, это сейф-зона. Здесь есть на карте сейф-зона. Нажмите пространство, чтобы пропустить. Ребята, пространство — это пробел. Это очень гениально. Мне нравится. А у меня на английском не нормально. Да? Англичанин. Да. Может, хочешь посмотреть здесь все, что здесь находится, Дима? А не, все нормально, давай будем проходить дальше. В ванне кто-то моется. Пошли. Ой, может, вообще карта, уже карта совсем другая. Да. Так, а что здесь за нарисовано вот это вот у нас? Смотри. А-а-а. Это пасхал. Классно, как будто я что-то понял. Ничего не понял. Вот так, понятно, так, непонятно ничего. Понятно, непонятно. Где? Так, совсем уже здесь по-другому все. И все из дерева сделано. Видео окно, смотри, Дим, ты здесь видео? Привет. Смотрел здесь? О, так похожая карта же есть в Гаррис моде. Да. Мы записывали на этой карте. Это что, все связано между собой? Это за кулиси же, это здесь все. Так, здесь уже совсем другие звуки. Это безопасно. Да? Да, безопасно пока что. Дима, вот два варианта. Хочешь умереть? Да, блин. Я ничего не сделал. Нажимайте пробел. Не сможешь пробел продолжать, чтобы здесь это... Опа. А ты упал, получается, ты разбился опять? Не, нормально. Так, мы продолжаем, да, это все дело? Смотри, пускай посмотрит, пускай догадается. Сейчас догадаюсь. Нельзя смотреть, нужно слушать. Нужно... Нет. Блин, подсказать? Не смотри, а слушай. Не верь своим глазам, а верь слуху. Он слышит.
но не видит. Не... Да. Ты понял, как надо передвигаться? Не вот так, как ты, Дима, а вот так вот, на катанах. Тут пока что можно. Это он нам, да, свистит? Нет, это уж Драгон сам. А как свистеть? Я тебе покажу. Аж. Вот, вот, смотри, смотри, не двигайся вот теперь. А он может ко мне врезаться в меня? Нет, пока что. Ё-моё, Дима двинулся. А я на корточках отошел чуть-чуть. Вот, нельзя двигаться, когда он перед тобой. Блин, а у меня сердце начало стучать, как будто я обосрался. Блин, это было сложно. Это было сложно. Дима, скажи одно, привыкай сейчас с этим монстром бегать. Ой, Дима, стой! Стой просто на месте. А посидеться надо на корточке? Скажите, когда он пройдет, скажите, когда пройдет, я боюсь. Он застрял там где-то, ну не иди, Дима. У меня сердце дрожит. А крутиться влево-вправо можно? Да. Крутиться можно. Ты можешь потихоньку назад сдавать, только остановись, когда он будет рядом с тобой прям. Он идет. Да, вот когда он возле меня тоже крутиться можно? Да. Ну, нет, лучше не надо, я не пробовал. Блин, да я боюсь его. Это какой-то... Да он прям жопой своей ходит моим лицом. Скажите ему, чтобы он отвалил от меня. Я его зову к нам. Он ушел? Да. Поворачиваться можешь. Он, возможно, назад пойдет. Ой! Ой-ой-ой. Как что, тварь вонючая, а? Он кого-то занюхал. Не, опердеть можно? Можно. А, для этого мы и свистим, чтобы его подзывать к себе. Да. Тихо. О, не надо. У меня две жизни осталось. Тихо. Блин, он задолбал тут ходить. Реально какой-то стрёмный челик. О, уходит. Можно раситься уже. Блин, это реально очень крутой режим. Он точно заслуживает лайкосика, потому что такие страхи испытывать, знаете, я вам скажу, не каждый сможет. А еще и ночью играть. Не-не-не-не-не, я боюсь. Тут можно. Кстати, ребята, хочу возобновить ролики с вебкой. И что для этого надо сделать? Давайте, если мы наберем несколько тысяч лайков, то сразу вебку подрубаю. Я даже хотел сегодняшний ролик, но хочу проверить, интересно вам будет или нет. Можно на следующую серию вырубить вебку. И да. Как раз эмоции можно видеть. Да, будет очень круто, кстати. Мне такие ролики будут популярны. Он ушел? Он там, я сейчас пойду туда, иди к Драгону, он там слева вроде. Он один? Этот монстр здесь или нет? Фух, ё-моё! Дима, ты слышишь шаги? Когда они, короче, рядом, лучше остановиться. Он шуршит, да, какие-то звуки издает? Да, вот такие хлопают, как будто. Я погромче наушники сделал. Так, на этой карте надо искать выход? Ключ. Слышу его! Это звонок был. Это он ящики не открывает. Не, это... Пошли, все, уходим, можно. Ты взял, да? Он у меня, тут, он тут застрял. О, опа, ушел. Стоп. Ой! Привет, здравствуйте. Как осторожно, ваша... осторожно. Тут можно ходить, он ушел, Дима. Да, я уже хожу обычным пешком, без картофанов. Мы все выполнили, да? Сейчас так начинается веселая часть. Быстрее беги, открывай. Вроде можно пробежать, резко на контрол сесть, чтобы он не заметил тебя. Он далеко. Смотри, сейчас как будет гром. Бежим. Опа. Самая интересная часть начинается. Нажать так. Все кнопки в комнату. А где тут много кнопок? Да. Просто расходись по комнату. Стоп, здесь он, здесь Дима, аккурат, сзади. Он нюхает. Боже, он нюхач. Он хочет меня запахи нельзя, короче, издавать. Неприятные. Так, ходит. Короче, кнопки на стенах вот эти, которые? Нет, в комнатах, видишь? А в комнатах, понял. Я смотрю, рядом со мной, вот видишь дверь, да? Да. В таких дверях кнопки. Иду. Здесь кто-то стучится в игре. Где он? Он где-то ушел за самую дальнюю комнату, походу. Ну, кстати, нет, можно бегать, пока его нет, серьезно. Ага. Да. Так, что-то я не нахожу комнату, это кнопки. А они спрятаны, некоторые. Понял, еще надо найти их. Ну или они зеленые, там Драгон, возможно, нажал некоторые.
Тут ящиками завалено, вот в эти комнаты прям надо и заходить, искать кнопки? Да. Офигеть. Дима, если плохо получается пройти, то немножко голову подними или вниз опусти. Тут это так работает. Ага. Получается, голова немного мешает пройти. Ты как будто стукаешься. Понял. Стукаешься головой. Так, тут нету ничего. Ой, у меня этот монстр, у меня нюх. Я ему прям в глаза смотрю. А Дима здесь не нажимал кнопку, понял? А я не нашел ее. Видимо, не заметил, он там в ящике, как я понял. За стеной, за стеной, видишь? За стеной? Вы что же проходили, ребятушки? Я ни разу не проходил. Вот Дима сейчас испытает самую интересную часть, этот момент игры. Ну, вы тоже прошли, вам круто. Или вы ее не прошли? Мы прошли, мы... Так, а где вы? Подождите. Нам нужно обратно сейчас идти. Монстр, монстр, слышу монстра. Пошли за мной, Дима. А мне на расслабоне, я бегу. Найду эту хрень. Да, а что это за глаза? Они так за тобой всегда смотрят. Офигеть. Это, возьми, кстати, страшно. Возьми эту фигню. Что она дает? Жизни мне одну? Достижение. Я думал, жизни дают мне. Мы не знаем пока. Мы хотим собрать, потом узнать, что будет даст нам. А может, достижение дали? Тихо, тихо, тихо. Понюхала меня, говно вонючее. А Дим, ты не замечал, что там это унитазы вверх тормашками были? Не. Но они там перевернуты все. Оно идет. Там скромник. Я слышу скромника, как плачет рядом. Прям похожий звук. Ой-ой-ой. Даже не крутитесь, да, когда она рядом? Да, на всякий случай. Хотите, я рискну, смотрите, сейчас рискну я. Давай, ну да, у тебя жизни-то много. Я тоже побегу. Дима, идешь там? Давай, побежали. Она же медленно ходит, да, не быстро? А! Ё-моё, вот зачем я тебя слушал? Вот зачем? Всё, я захожу в дверь. Вот, в это зелёное... Всё, отлично. Спасибо, Драгон, что ты всю игру за нас прошёл. Ну, безопасно. Главное, в воду не падай, то тебя убьёт вода. Это вода-убийца? Да. А вы сколько раз играли этот режим, что вы уже всё знаете? Я второй раз, получается, считай. Да. Я что-то какие-то мельтешения вижу в камере. Это мир делает себя. Прогружается мир. Ты в камере, Дим, идешь? Куда? Ты в камере, типа, в камере идешь, вот так снимаешь. Да. Прикольно снимать вообще этот вид. Это как будто сериал взят из Ютуба. Прям похоже сильно. Это ты меня снимаешь? Нет. Тут есть кто-то? Здесь нету. Тут только воду не надо падать. То какой тоже по левелу уровень? Это третий, четвертый? Третий. Нифига себе их сколько. Ну, с таким количеством жизни, которое у меня, мы не пройдем 10. Не, они, Дим, сохраняются потом левелы эти, и мы можем начать с того же левела. Да, так это будет намного серий? Да, это можно много серий пройдем. Отлично, тогда мы эту пройдем комнату, а остальные оставим на следующей серии. А кому ты свистишь? Да я посвящу. Это я просто так. Ой, так, блин, я думал, мы упадем. Теперь думай, Дима, в чем здесь прикол? Прикол в том, что под полами вода грязная, убийца. Да, но а ты не замечаешь, что здесь отличие прям сильно? Ну где-то есть стекло, где-то нету. Не-не-не, ты не замечаешь трубы, что с ними не так? Ну они разного цвета. По трубе надо идти, да, вот этой зеленой? Синий. Голубая, по-моему. Он даже голубая. Ну, она морского цвета, вот так вот будет. А у меня зеленый, у меня все зеленое, не обращайте внимания. А у меня сиреневый. Я свистел. Так, вижу, да, вижу. Блин, вот выносливость что не показывает, это минус, конечно. Да, можно было хотя бы там контролировать. Там можно услышать, когда ты бегаешь, там такое дыхание и сердце бьется. Тогда ты можешь понять, что у тебя есть плохо или нет. Так. Мы все правильно, да, пока мы сидем? А что эта труба нам покажет? Дорогу? А, нашел. Тоже генерируется все случайно? А, здесь все, вот это место рандомно генерируется, я вас подожду. Нифига себе, ты бегаешь. Ты заходи. Сейчас какой-то будет прикол, да, наверное? Подожди. Что-то будет. Я сразу говорю, Дим, сейчас подожди, заспамишься. Давай. Я тебе скажу. Смотри, почитай записку. Так, читаем. Сейчас главная задача — мне сдохнуть. Записка в том, что мы идем сейчас
по лесу, и какой-то челик будет с кустов выглядывать за нами. Да, смотри, в чем прикол. Мне придется пожертвовать собой, но... либо ты будешь светить на монстра, либо растишка будет светить на монстра. Ну давай жертву с собой, я буду смотреть, как ты проигрываешь. Слушай. А Дима должен найти портал, выход отсюда. Да? Ну да, тогда, тогда мы проиграли. Надо найти сначала его, этого монстра. Найти. И, кстати, слева монстр. Слева монстр. Вот он, Дима, свети на него. Опа, привет, мужик. Все, иди, Дим, иди ищи портал. Дорожку. Не, давай ты ищи, давай ты ищи. Светим, а он ушел, а он ушел. Пошли отсюда, потихоньку светим, идем отсюда, Дим, уходим лучше. Он может обойтись еще. Ты фонариком светишь, Драгон? Да, 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 вот все, давай, я буду... Или ты будешь светить, Дим? Я буду светить. Блин, Драгон, мне так безопаснее. Дима, если долго будет смотреть, то он случайно выйдет из поля зрения. Я нашел твой труп. Да. Тут я и сдох. Я его вижу, я его вижу. Он побежал, 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 побежал к Драгону. Он побежал, он побежал. Он что-то начал суетиться почему-то. Стопэ, 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 мужик. Драгон, давай быстрее. Есть. Ты, короче, когда начал только находить портал, он сразу начал быстро бежать в твою сторону, а потом назад вернулся. Блин, это стрёмно. Я думал, он реально что-то замочит меня. Дима, Дима, вспомнишь Subway Surf? Кого-кого? Subway Surf, знаешь игру? Сразу беги, Дима, сразу беги, вперед. Бегу. Сразу вперед. Сзади монстр. Бегу, 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 это стрёмно. И чё, энергии у нас много будет? Нет. А мы останавливаться можем, в принципе, на несколько секунд. Ребята, это трэш. У меня бег кончился. Останавливайся немножко, на секунду, несколько. Это трэш. Я Диму сопровождаю. А куда дальше? Куда? Я умру, прощайте, он за мной. Нет. Он пошел не за мной, я за угол повернул. Я живой остался, да ладно, он за вами пошел. Быстрее. Как такое может быть, я за ним бегу. Драгон, быстрее добегай. Вижу, 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 вижу. Прям ломает все. Вот это он псих. А я считерил. Вот это крушитель. Так. Близко не приближаемся. Он ломает столбы. Все ломает. Вы потом увидите на ролике. Это очень... Он стены сносит. Он все ломает на своем пути. Это просто бульдозер. Вот это громко. Очень громкая миссия. Нереально громкая. И что, он долго так будет гоняться? Пока мы не добежим. Мы сейчас бежим до выхода, добежим, и по идее все. Я понял, я понял. Отлично. Я, знаете, так иду на расслабоне. А вы переживаете, да, пацаны, там впереди? Да. Впереди все. Классно, классно, идем. Спокойно себе, не спеша. Нифига себе, он уже всю карту разломал, пацаны. Это нереальный псих. Ого, у него руки здоровенные. Все, скоро конец, эксит я вижу, да, пацаны? Выход, таблички пошли. Вот у меня скоро. Интересно, он меня не убьет, когда все это кончится? Да нет, не должен. Так, 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 давайте концовочку уже. Вы добежали, пацаны, там, не? Почти, почти. Понял, понял, понял. Прям рядом. Офигеть. Крушитель просто. Выход, выход. Все, отлично, ребятушки. Надеюсь, он меня не замочит, когда я дойду до конца. Не хотят, чтобы он развернулся. Я Драгона встретил. Так, 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 будем смотреть, что дальше. Как заскриптована сцена сделана. Мне тоже интересно стало. Ломает, ломает. Прям вообще бульдозер. Есть. А, просто потемнел экран. Гусь, это гусь. Трэш какой-то. Такая напряженная миссия, когда сзади бежишь. Еще раз будет? Нет, это мы просто уже бегаем. Смотри. А, это касцена. Да, вот здесь можно спокойно уже. Ух, пацаны. Встаем.
О, где это мы? Это мы в безопасной зоне. Сейчас головоломка здесь, надо решать. Если вам понравилось прохождение этого режима и вы хотите продолжение всех этажей и всех комнат, которые здесь заскриптованы и продумал разработчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. И еще.